Итак, на чем я остановился? Станция Лазарь. Мне надо сюда пробраться. Это генетической лаборатории. Погнали. Выкинул, выплюнул его. Что это там? Так, а вот здесь вот есть что-нибудь? Здесь тоже нет ничего, да? Понял, все, заходим. Док, получилось. Я внутри. Чудесно. Тогда ищите хранилище ДНК. И может быть людей из Винланда. Может быть. Чувствую, сейчас что-то будет интересное. Битва. Так, а это что у нас такое? Датапад и патрончики. Так, чувачки, а это в броне вообще-то. Лучше ко мне не подходить, или иначе я дробаш возьму. И вам будет полный капец. Да ты чё? Беру дробаш, вы меня вынудили. Умные ракеты. Они мне пригодятся. Ты меня ждал, я и пришел. Так, я уже ближе к лаборатории. Док, они здесь. Как вы и сказали, тут много людей из Винланда. Живых. Да, я так и думал.
Их биомассу используют в проекте долголетия. Вам нужно вытащить их оттуда. Если не сможете, убейте их всех. Они слишком полезны для нашего врага. Вы правда думаете, что я так поступлю? Для суперученого вы глуповаты. Алло! Алло! Связь пропадает! Если не сможете спасти, тогда убейте их! Алло! Это Рейнджер! Живой Рейнджер! Ага! Рейнджеры прибыли! Сейчас помогу вам, ребятишки. Сейчас я вам помогу. Так, сразу же, ну. Чего себе? Хэдшот. Камеры такие узенькие. Так, все закрыто, да? Мне туда надо вниз. Так, арена. Сейчас здесь, наверное, у меня битва будет. Да я прям как капитан очевидный. Ага, вот эти штуки надо мне уничтожить. Вот оно прям под ним. Дружище, сейчас я пытаюсь избавить. Ох ты ж, ёжик, он запах. Вперёд. Надо было сразу ракетницу брать было. Так, а вот это что такое? Ничего, ничего. Идем на лифт, бежим. Я приехал. Так, странно. Что нам тут надо сделать? Так, звук какой-то странный. Ага, вон чувак, надо ему, наверное, помочь. Есть тут кто? Эй, я вас вытащу. Эй, Рейнджер? Ты Рейнджер? Да. Так точно. Что они с вами делают? Они уводят нас одного за другим в красную дверь. О, Господи, я следующий. А что туда, там? Что ли?
Они отводят всех в красную дверь. Все уходят за красную дверь. Никто не возвращается. Никто. Уходи отсюда. Выйди там, откуда я пришел. Я разберусь. А если на этом прокатиться? Прокатиться на чем? На этом? Ну давай была, попробуем. Я даже головой не могу шевелить. Мышкой двигаю, но голова не шевелится. Как в космическом корабле таком. Как в космос типа меня отправят. Так, а это кто такие? Что за пауки? Механические. Док, вижу тут что-то жуткое. Кажется, именно здесь создают клонов, о которых вы говорили. Да, клоны. Мои предположения снова оправдались. Вам нужно найти образец ДНК генерала и принести мне, чтобы я мог положить конец этому безобразию. Иду внутрь искать образец. Да. Покойной Эрвины Браун. Ее убийство не принесло мне удовлетворения. С тобой я торопиться не стану. Буду смаковать каждую секунду твоей боли. Ну, подходи. Сейчас посмотрим, кто кого смаковать будет. Это побежал, чувак. Защитное стекло. Прочь от техники. Мои пули достанут твою технику. Хорошо. Классирую, значит, тренинг. Голову.
Остались только вы? Да. Большинство из нас уже переработали. Превратили в биомассу для экспериментов правительства. Винланд почти сравняли с землей. Но надежда есть. Лили там пытается все восстановить. Помогите ей. Мы так и сделаем. Восстановим то, что было утрачено. Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Эй, я же рейнджер. Такая наша работа. Так, вот у меня датчик что-то здесь срабатывает. Ага. Датапад. Лежал. Все, понял. Так, у меня тачка. Отремонтировать надо. Блин, дымовал где-то, я думал, там вообще здоровье. Так. Квасира, да? Надо к квасиру отнести голову. Как занесло в меня. Так, не сюда, чуть-чуть перепутал. Засмотрелся чуть-чуть. Квасир живет на болотах. Блин, к нему всегда так не морозит. Тут ездить, ехать. Сегодня твой счастливый. Что это такое? Охренеть, вот это деревья, что машина ему не может убить. Разработчиком надо было быть, наверное, предусмотрительнее по поводу деревьев. А я тем временем уже подъезжаю. Добежим быстренько до него. Оп-оп, сразу пушки так. Да я свой, чуваки, я свой.
Нафига они меня закинули? Надеюсь, это что-то важное, юный рейнджер. Вот он, образец ДНК. Теперь можно сказать, что мы на голову впереди конкурентов. Я понимаю, каламбур тут прямо напрашивается. Однако не спешите гладить себя по головке. Нам еще нужно почесать затылки, пораскинуть мозгами. Помните, здравомыслие всему голова. Ладно, теперь положите образец в экстрактор. Итак, я извлекаю ДНК из образца. Хорошо. Вот, теперь сыворотка готова. И она, несомненно, поставит точку в проекте «Долголетие». Так, осталась одна деталь, необходимая для завершения проекта «Кинжал». Ступайте в источник и найдите мэра Лузам. Она поможет. Да без проблем, док. Так, журнал. Мне вот еще вот сюда вот надо. Вот сюда мне надо. Ноги, попрощайтесь с рейнджером. Ноги, попрощайтесь с рейнджером. Ха-ха.